сорт острого перца Strawberry Drup. Это, ребята, высокоурожайный сорт. Посмотрите, какое количество у него плодов. Такие довольно крупные плоды, если посмотреть. Особенность у этого сорта, такая вот шляпочка вверху, видите, как у клубники. Созревает он от зеленого цвета, потом становится оранжевым и в конце красным. Срок созревания этого сорта от 80 до 90 дней. Острота у него от 50 до 100 тысяч единиц. Это, можно сказать, среднеострый сорт. Высота кустика может достигать от 70 сантиметров до 1,20 м. Если будете выращивать его в теплицах, он будет где-то 1,20 м. С одного такого куста можно снять до 500 плодов. Но кустик у меня сейчас маленький. Высота кустика где-то в пределах, ну, наверное, сантиметров 50, не больше. Посмотрите, ребята, как он вяжет плоды, интересно. Вот такая вот идет лиана, отходит веточка. И посмотрите. И везде плоды. Очень высокоурожайный. Ну, видите, смотрите, целыми пачками там вяжет. Такой кустик можно выращивать как в теплицах, так и на подоконнике. Это растение многолетнее. Так что будет радовать вас вот такими вот красивыми перчиками. Перец очень плотный. Смотрите, какой красавец. Хрустящий. Советую всем выращивать такой сорт у себя дома. Плоды довольно крупные, весистые. И вот один кустик, смотрите, сколько дает плодов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.